наземного телевизионного вещания или радиовещания для подачи предупредительного сигнала «Внимание всем!». По этому сигналу население и обслуживающий персонал объектов организаций обязаны включить абонентские устройства проводного вещания, радиоприемники и телевизионные приемники для прослушивания сообщения. Сообщение будет повторяться 2-3 раза. Внимательно прослушав сообщение, жители обязаны действовать в соответствии с теми рекомендациями и указаниями, которые были даны в сообщении. Проводится техническая проверка системы оповещения населения. Проводится техническая проверка системы оповещения населения. Проводится техническая проверка системы оповещения населения. Передача сигналов оповещения или экстренной информации об угрозе или возникновении чрезвычайных ситуаций, а также об опасности при введении военных действий или вследствие этих действий.